Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о 9-канальном IP-видеорегистраторе VSR0980IP. Стандарт сжатия у этой модели H264 и MGPEG. Оперативная система Embedded Linux, многозадачность Hexaplex. Поддержка до 9 IP-камер с разрешением до 2 мегапикселей. Выход на мониторы VNC, VGA, HDMI. По одному аудиовходу и выходу. 8 тревожных входов и 1 выход. Запись 25 кадров в секунду при разрешении 1080p, 960 и 720. Разрешение воспроизведения 1080p в режиме реального времени. Язык меню русский и английский. Также присутствует детектор движения. Тип записи постоянно, по расписанию, по движению, по тревоге и комбинированный. Также к видеорегистратору можно установить 2 жестких диска, по 3 терабайта каждый. Температура работы видеорегистратора от 0 градусов до плюс 55. Архивирование записей на USB и по сети. В комплект поставки входит кабель для питания, адаптер, мышка, пульт для управления, диск с программным обеспечением и инструкция по применению. Спасибо за внимание и подписывайтесь на наш канал.